Аграрно-технологический институт РУДН провел 9-ю международную научно-практическую конференцию «Инновационные процессы в сельском хозяйстве». Конференция направлена на обмен научным и производственным опытом между ведущими и молодыми учеными России и мира, проводящими исследования в области сельского хозяйства. Сегодняшняя конференция является важным этапом в развитии научной деятельности, который проводится институтом. Инновационные тенденции являются перспективными в плане их воплощения в жизни ради увеличения производительности, улучшения качества продукции. Будем рассматривать проблемы, которые возникают в современном мире и которые будут успешно решаться благодаря выпускникам, молодым ученым, которые подготавливаются на нашем факультете. Сельскохозяйственные проблемы являются актуальной и глобальной частью мировых задач. It's a great chance for us to meet other people. Это прекрасная возможность для нас познакомиться с коллегами из других университетов, в частности из Греции, и узнать о современных тенденциях в развитии сельского хозяйства. Мероприятие организовано совместно с факультетом сельского хозяйства, лесного хозяйства и природных ресурсов Университета Аристотеля города Салоники в рамках подписанного соглашения. 3 профессора и 11 студентов греческого вуза также приняли участие в конференции. Это вторая такая конференция с участием студентов и преподавателей в Российской университете дружбы народов в рамках нашего двустороннего взаимодействия. Наше сотрудничество началось 2 года назад с подписания соответствующего соглашения с вашим университетом. И в рамках этого меморандума мы начали работу по созданию и введению совместной магистерской программы в сфере сельского хозяйства в наших университетах. Будут предложены проекты программ сотрудничества, магистерских программ сотрудничества между 2 университетами. Прежде всего обсуждаются вопросы набора и всех вопросов с реализацией 2 совместных программ. Магистерская – это программа, связанная с дистанционным зондированием земли между нашим университетом, Аграрно-технологическим институтом и университетом Салоники. И вторая программа – это органическое земледелие, которое также будет реализовываться между нашими университетами. Другая важная задача конференции – расширение научной и образовательной деятельности РУДН со странами ближнего и дальнего зарубежья с целью привлечения и приобщения организаций научных деятелей, преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов. Телевидение РУДН. Новости.